Волнение с первых минут прокатилось по зрительному залу. Киноспектакль «Вежливые люди» начался с работы спецназа. Все актеры так или иначе знакомы с военной спецификой. Вилен Бабичев играет одну из главных злодейских ролей. Так сложилось, что это его самое востребованное амплуа. В его фильмографии больше 100 персонажей. Вилен в исполнении ансамбля. Добавляет атмосферы игра актеров на сцене и в зрительном зале. Основная задумка киноспектакля – показать противостояние зла и добра. Его увидят в 12 городах России. Екатерина Розина, Артем Соснин, телекомпания «Ника ТВ».